Ребят, для всех приветствую на канале Газикутер. Сегодня у нас будет игрушка по пожеланию зрителя. Комментарий где-то будет вот там вот внизу, там всплывет окошечко. И это получается у нас игра 5 ночей с Фредди. То есть Five Nights от Freddy Security Breach. Не судите строго за мой английский, я его не учил. В принципе, игрушка такая в жанре, ну, ужастиков, как я посмотрел ранее. Вообще не сталкивался с данной игрой. То есть я как-то видел, когда, наверное, только вышла, наверное, это было, наверное, год так 13-14, наверное. Я еще, блядь, бегал там под столом. Вот, то есть я еще был мелкий, и, как говорится, для меня это было время только еще плане вообще, то есть я для себя познавал мир игр, мир Ютуба, вот, и, ну, не знаком я с этой игрой, и посмотрим, что, как и чё. Ну, по картинкам, то есть по значкам, как я понял, эта игрушка, ну, будет, как бы сказать, героя, ну, то есть наш, с кем, ну, кем мы будем играть или с кем мы будем сталкиваться. Это как бы роботы, но роботы, как бы, роботы-игрушки, что ли. Вот, и давайте, короче, смотреть и это, смотреть, что будет, что как вообще. Перед просмотром всем приятного аппетита, конечно же, всем, короче, кто кушает, приятного аппетита, короче, все, погнали. Так, встречает нас предупреждение, warning. Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only, Freddy Fazbear. Вот они как раз таки эти роботы. Бомбезная музыка. Так, это какие-то, я не знаю, рок-группа. Так, это у нас девушка. Ученок какой-то, видать. Так, медведь. Так, это крокодил, наверное. Я не могу, прям кайфую с музыки. Так, мы выступаем на какой-то катер. Вольф. Чика. Файсбер. Так, это наш, наверное, солист, главный чувак. Угу. То есть у него сканер какой-то в глазах. Делектед. Ага, чё, всё. Что-то, видать, пошло на концерте не по плану. То есть было какое-то выступление, что-то этому помешало. А начиналось все так красиво, как говорится. Была такая прикольная музыка. Пока нас встречает черный экран. Ждем, что будет дальше. Как говорится, черный квадрат Малевич. Пам-парам-папам-пам-пам. Ребят, это самое. Так, все, у нас что-то появилось. Starting up. Save mode. Так, что-то мы сохраняемся, походу. Идет какое-то сохранение, какие-то числа, какие-то кружки. Что-то на инопланетном. Так, 4 батареечки. Уже пора выступать. У меня возникла неисправность. Цикл зарядки не завершен. Фредди. Ты можешь откнуться? Кто это сказал? Это я, здесь, внизу. Где внизу? Я тебя не вижу. Ладно, слушай, пока ты спал, я открыл люк у тебя на животе и забрался внутрь.
Люк на животе? Это место предназначено для больших праздничных тортов и пиньят. Это не место для игр. Так, нажмите Е, выйти из Фредди. Выходим. Фредди, ты где? Так... Сканер завершено. Как странно, твой профиль гостям не знаком. Кто ты? Кто ты? Кто ты? Я Георгий. А, Грегори. Грегори. Я сообщу об этом главный офис. Ошибок подключения. Мне не удалось подключиться к основной сети. Это она. Она отключила тебя. Она не позволит тебе вызвать помощь, пока не найдет меня. Кто? Кто ищет тебя? Твоя мама? Я слышу шаги. Так, кто-то куда-то, кто-то за нами идет. Так, мы... Это сотрудник службы безопасности. Она поможет тебе. Нет, 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 я ей не доверяю. Почему нет? Я не знаю, кто она одна, но она пытается поймать меня. И вообще, ты можешь говорить мне иногда громко? Возьми это сувенир часы Фаз Фредди. Ох, нифига себе. А чё, как? А чё, алло. Так, нам дали часики. Часики. Что это было? Я отправил тебе зашифрованное сообщение. Привет, Григорий. Привет, Грегори. Это я, Фредди. Я провожу тебя до главного входа, однако я не могу покинуть эту комнату. Тут есть кнопка, которая открывает сервисный шкаф. Но я запрограммировал ее не замечать. Она была где-то рядом. Так, то есть нас сейчас нужно как бы сбежать, ну, пробраться куда-то. И наш вот этот вот медвежонок нам поможет. Ну, я же прочитал. Так, найти кнопку. Ну, а как это самое? Ага, все. Так, что мы имеем? Это, в принципе, какая-то комната закулисья. То есть, как эта фигня называется? То есть, гримерка. Вот, и... Вот такой вот она, в принципе, обставлена. Что-то какие-то здесь вот типа, ну, постеры, какие-то картинки, фотки с данным персонажем. Игровые автоматы, вот тут всякая вон еда, выпивка. Ну да ладно, это нам не столь интересно. Так, что мы здесь, с чем можем взаимодействовать? В принципе, наверное. Блять, криповый такой чувак, блять, не могу. Ну да ладно. Так, ладно, что, мы можем выйти в дверь? Так, нет, не можем. Что там? Там, наверное, как раз таки студия и сцена, на которой мы выступали недавно. Так, кнопка. Вот кнопка. Отлично, Грегори. В ремонтном помещении есть открытая шахта вентиляции. Тебе нужно проползти через систему вентиляции и выпустить меня снаружи. Так. Опа. Все. Так, фонарик у нас. Фонарик у нас. Блять, ботает нам, алло. Фонарик у нас снимаю. Че такое? Че, здесь ничего на полку нет? Блять, пацаны, что зовут? Ласт, блять. Опа. Станция сохранения. Нажмите и удерживайте Е для сохранения игрового процесса. Это займет некоторое время, так что не зевайте. Сохраняемся. Так, надеюсь, сохранились все. Ништяк. Так, это что за шляпа? Так, там, в принципе, есть, наверное, больше нет ничего. Так, сохранить место. Давай нажмем использовать. Так, прыжок. Нажмите Space для прыжка. Ну все. Так, ладно. Что тут нам хорошего скажете, товарищи?
Так, шахта вентиляции. Вот шахта, значит. Вот так. Да ёпта мать. Так. Так, играем, как я понял, мы за девочку. Григори, то есть вот это наша девчонка. Так. Пока мы... Ты сегодня великолепно выступила. Спасибо. Твои волосы прекрасны. Твой хвост прекрасен. Все смотрели на тебя. Все любят тебя. Все хотят быть с тобой. Ты лучшая. Спасибо. Я лучше. Я лучше. Так, где... Так, где-то кто-то разговаривает. The best. Я тоже the best. I'm very well. Так. Ну, знаете, довольно-таки жутко ж. Какие-то, блядь, стоны, рыки на фоне. Вот такое, криповенько. Так, что за лабиринты, блядь? Они кончатся или нет вообще? Я так ботаю, бот, вообще беспалевно. Никуда. Ну такое. Так, есть что-то. Чё, пацаны, по электричеству? Опять музыка херачит. Так, наверное, камера, либо что-то еще. Так, усиливается музыка где-то на фоне. То есть, возможно, чуваки еще репетируют. Без нас. Блять, я не пойму. Он вообще кончится этот тоннель или нет? Такое чувство, как будто он бесконечный. Причем здесь свет. Тоже интересно. Для чего бы здесь в шахте вентиляции свет? Непонятно. Ага, вот это наша уточка. Шпарит на гитарке, на басухе. Так, вот мы куда-то выбрались. Это, видать, как раз-таки, наверное, тот бар, наверное, либо какой-то ночной клуб, в котором мы выступали. Так, интерком. Леди и джентльмены, благодарим вас за внимание и надеемся, что вам понравилось наше шоу. Фредди с группой довольно сильно устали, но они вернутся на следующей неделе, после нескольких дней планового техобслуживания. Ждем вас перед нашим зданием, где вы получите сувенирные очки, купон на бесплатный стакан лимонада, где вы подпишете юридический документ, освобождающий нас от ответственности за все происходящие с вами в ходе визита. Желаем прекрасного вечера и с нетерпением ждем возвращения. По-моему, так закончилась данная цитата. Так, ладно. Так, как я понял, нам нужно как-то пройти это самое скрытно. Так, здесь надо по карточкам вход. Так, ты чё, бля, вращаешься? Мне можно сейчас с тобой взаимодействовать, не? Или ты подсматриваешь за мной, нахуй, не смотри, ну. Ну, сука, не смотри, блин. У, блядь. Так, ладно. Всё, сука, со мной смотришь, гад? Так, здесь. Так, это шпарит там. Это тоже нельзя. Мы к ней можем зайти, нет? Ой, какие жуткие звуки, я не могу прям. Давайте, наверное... Не будем рисковать, наверное, не будем к ней заходить. Пожалуй, пока. Пройдемся дальше, посмотрим, что дальше. Блин, что за... Что за погром там, блядь, устроили? Требуется доступ, блядь. То есть это как бы и хоррор, и еще плюс головоломка, как я понял, да? Смотрите, какая бомба. А типа тоже АФК стоит, да? А, ну ладно. Так, она вообще куда? Чопать надо. Так, выпить Фредди из комнаты. Так, ладно. Так, вот он. А я знаю, что ты дрочишь. Оп. Оп.
Ты знаешь, как куклы быть. Куда ты повернешь, она на тебя смотрит постоянно. Это такое. Дурацкая дверь закрыта. Ох, тебе понадобится пропуск с фотографией, чтобы открыть дверь. Прости, я думал, что он у тебя уже есть. Скорее всего, его можно найти у прилавка с едой. Так, ну, какой-то уже... Так, какие-то пошли уже квесты, да? Ну ладно. Что есть? Сумка какая-то. Так. Так, сорная вечеринка. Жалобы клиентам. Мы заплатили за мега-делюкс вечеринку с Глэм Фредди, но Фредди сломался сразу же после выхода на сцену. Мы платили, чтобы он спел дочке поздравительную песню столика. Он должен был выручить ей торт. День рождения моей девочки испорчено. Я требую вернуть свои деньги. Так, значит, как, короче, они что-то накосячили. Опять эти следят за нами. Что здесь, что это такое? Кнопка какая-то. Ну ладно. Так, с прилавком... Прилавка с хавчиком, да? А где прилавок с хавчиком? Так, здесь какая-то тоже выставка. Блять. Вот так... Такое, блять. Вот это все играет на... Чё, к ней шо ли идти, блядь? Ну давай попробуем к ней дойти, что ли, чё она тут? Блядь. А, нельзя, понял чё. Нельзя. Так, а где этот прилавок с едой? Так, к этой тоже мадаме нельзя, да? Блядь, что-то все крушит, блядь. Я это вообще не вдупляю. Так, пока, ладно. В принципе, пока, ребят, мне простите, но я пока... Так, что там, аж знакомлюсь с игрой. В принципе, это самое... Можно. Ой-ой. Так. Так, тихо. Так, это опять сейчас за мной следить будет, да? Гад. Опа. Так, я тоже не могу. Так, какие-то подарки. Подарочки, подарочки люблю. Пропуск фотографии. Так, как... Мазя, теперь ты выпусти меня, пожалуйста. Так, так, пропуск я нашел. Что дальше есть? Давайте посмотрим, что еще там есть. Паркинг. Там темнота, блядь, я туда не пойду. Так, а пока начальный квест, то есть тут пока... Это, ознакомительное. Так. Жаль. Погнали. Так, держать звезда. Я знаю, что у тебя все получится. Я знаю, как можно вытащить тебя отсюда. Забирайся назад полностью в моей груди. Время еще есть, но нам нужно торопиться. Если меня заметят, то ведут назад в мою комнату. Я перейду себя к главному выходу через технические коридоры. Это самый безопасный путь. Ладно, но лучше смотри под ноги. Не хочу, что ты меня раздавил и скрутила в сосисочку. Так, как использовать Фредди? Используйте ВСД для управления Фредди. Нажать Е для выхода. Боты не могут найти Грегори, когда он управляет Фредди. Так, добраться до главного фойе пицца Плексона. Так, еще и зарядку у него точно надо. Так, нам не сюда, да? Так.
Наверное, думаю, сюда, наверное. Блять, крипово, сука. Подметай, подметай, да. Эй, малыш, ты тут? Скажи что-нибудь. Она внизу, мы должны вернуться. Не волнуйся, Грегори. Даже если она заметит, со мной ты будешь в безопасности. Она не позволит, что мы путешествуем вместе. Однако нам все равно не стоит попадать ей на глаза. Если меня отправят в мою комнату, мы не успеем добраться до фойе до полночи. Где эта лупа, блядь? От кого мы должны прятаться? Я чувствую, что ты сломан. Я в порядке. Нет, я чувствую, что что-то не так. Я тут у тебя в пункт медицинской помощи. Нет, на это нет времени, я в порядке. Так, куда-то мы побежали. Так. Опа. Так, где-то шаги. Так, так, что у нас там? Ладно, добраться до главного фойе. Так, понял. Так, наш чувак опять. Я решил такой запаниковать. Опа. Фредди, во время блокировки должен сидеть у себя. Я не знаю, как тут оказался офицер Ванесса. Но сегодня ты отличился по полной. Твоя система дала сбой, и ты сорвал шоу. Теперь специалисты отдела запчастей и обслуживания ограничивают тебя по питанию. Говорят, что это мера предосторожности. Еще одна проблема на наши головы. О, извините. Ладно. Слушай, до закрытия осталось 15 минут. Но за кулисами ошивается какой-то мальчишка. Если видишь что-нибудь, немедленно сообщи мне. Я уже усыновила остальных. А теперь возвращайся в свою комнату. Так, все-таки это мальчишка, девчонка, да? Она ушла, нет? Наверное. Ты в безопасности, пойдем дальше. То есть как такой, типа, наш враг, так скажем. Так, она закрыла дверь или нет? Так, ладно, погнали. Оп. Так, наверное, направо. Где это мы? Сейчас мы находимся под пиццеплексом. Это технический коридор, соединяет все аттракционы между собой. Мы поможем пойти куда угодно? Верно. Фрейзер Блэст, Гольфа Монти, Гонки Рокси. Все эти места открыты для ботов-сотрудников с достаточно высоким уровнем доступа. Гостям здесь находиться нельзя, однако твоя ситуация особенная. Ситуэйшн. Так, куда нам сюда что ли чопать? Бля, зарядка садится, ёпта твою мать. Зарядка садится, алло. Сейчас батарейки сядут. Энерджайзер, где ты? Энерджайзер, алло. Опа. Чё подвисло? Что-то не пойму, что вы, блядь, со мной моргаете. Ещё туда иду, нет? Непонятно вообще, куда я иду, блядь. Я что-то кругами хожу, по-моему. Блядь, что это зарядка вылазит на весь экран? Вообще не пойму, блядь. Здесь было или нет? А, блядь, я отсюда пришел. Чё? Как так-то? Низкий заряд. Подсоедините к моим шнуркам.
Плюс-минус, и запустим мой аккумулятор. Так, ладно, мы вывалились. Так, у Фредди закончилась энергия. Он не сможет вам помочь до следующего часа. Удерживайте Е. Печально. Мне ужасно жаль, цикл подзарядки не был завершен, когда я нашел тебя. Дальше тебе придется идти без меня. Я свяжусь с тобой через часы в фаз, если ты вдруг попадешь в неприятности. То есть Мишка наш друг. Ой, если ты побежал, нахуй. Что-то какой-то гиперактивный он. Так, найти фойе. Сохранится, наверное, на всякий случай. Иначе фиг его знает, что будет дальше. Так, не надо. Так, что какие-то опять плюхи. Внимание работников кухни. Перед закрытием смены все продукты должны быть убраны на хранение. Чику уже замечали за поеданием объедков из мусорных ведер на кухне после окончания рабочего дня. Ремонтировать ее дорого, и эта сумма будет вычтена из зарплаты работников кухни. Руководство. Так, что нам? Там есть ничего нет, значит сюда надо. Так. B1, Core, FB1. Не пойти нахуй. А, блять, сука, чё? То есть, короче, они не должны нас ловить, иначе она, блять, делает. Интересно. Так, ладно, пробуем еще раз. Так, а мы можем эту дверь открыть, нет? Так, это Чика, может, мне удастся ее чем-нибудь открыть, отвлечь. Так, нажать Е для того, чтобы забивать предметы и отвлекать ботов. Не нападать им на глаза. Так, а, наверное, шкаф, наверное, могу сошкериться. Так, скрытность. Нажмите Ctrl для приседания. Куда мне зашкериться-то, ёбаный урод? Ёбан. Пизда, нахуй. Она меня сейчас спалит, нахуй. Где она? Блин, все за дверью вылетит, нахуй. Есть шаболда. Нахуй. Давай не будем, нахуй, ругаться. Намек будет, что я бегать начну, да? Блин, страшно, сука. Блять, максимально, блять. Коридоры одни и те же, блять.
Вот такой, ребят, знаете. Интересно. Так, это, возможно, какой-то лифт, наверное. Нет, не лифт. Опа. Так, это какой-то. Ты пиздюк, иди отсюда нахуй. Хотел, блядь. Все, пизда, он сейчас меня сожрет нахуй. Да ёб твою мать. Блядь. Сука, дебил. Нахуй нажал выйти. Дурачок, блядь. Ну, ребята, интересно, интересно. Побегать, побегать, интересно. Посмотрим. Так, ладно, давай сейчас еще раз пробежимся от этого дурачка зеленого. Иди ты, манду, блядь. Это когда я хочу на работе срать, и придется вот стресс. Блядь. У меня быстрый бег заканчивается, нахуй. Ну беги, ёб твою мать, дура, блядь. Чё зависло? Да ёб. Ты нашел комнату охраны, там ты будешь в относительной безопасности. Дверь скручивается таким образом, чтобы защитить квалифицированных охранников в чрезвычайных ситуациях. Пока двери остаются закрытыми, а они будут оставлять закрытыми, пока достаточно электропитания. Что за просады, пацаны? Фредди, энергии осталось всего 15%, они пытаются убить двери, как мне отсюда выбраться? Сохраняй спокойствие. На пульте охраны есть интерфейс. Подожди, я его сейчас включу. Вот так. Теперь ты можешь активировать протокол системы безопасности. Камеры в лобби. Теперь твои часы подключены к системе камер видеонаблюдения. Взгляни на карту. Так, проверка камер. Используйте мышку для переключения между камерами на карте. Фига у нас смарт-часы какие. Даже у меня не такие. Угу. Так, квадратики на мини-карте — это ближайшая камера наблюдения. Если датчик камеры заметит движение, ты должен увидеть красные значки тревоги. Переключайте между камерами, чтобы найти безопасный путь из комнаты охраны в главное фойе. Угу. Видите, как зомби ходят, что-то там... О-о-о. Нет, я ночью на. Так это в дверь ломится, блядь. Крокодил в дверь ломится. Так, куда она пошла? Так она, короче, вот в этом получается вот углу, да? Этот дурень здесь, короче, копается, да? Где она? Куда она ушла? Ну, как вот? Так, здесь ничего нет. Интересно, интересно, интересно. Укрытие. Нажмите Е рядом с укрытием, чтобы спрятаться от ботов. Внимание, если бот увидел, как вы прячетесь, он может сразу найти вас. Интересно. Где она шлепает нахуй?
Мега пицца Плекс Фрезер закрыт выполнять запуск ночных протоколов. Так, мы выбрались в фойе, так, 12 часов, АМ. Нет, нет, подожди, я все еще здесь. Что же мне делать? Мне очень жаль, Грегори. Ты упустил свой шанс, но надежда у тебя еще есть. Ты можешь бежать, когда в 6 утра откроются защищенные двери. А пока продолжай двигаться, пытайся не привлечь к себе внимание. Если отсюда есть другой выход, я помогу тебе найти его. Обещаю. Гасарить какой. Так, он дальше. I'm promise. Ладно. Двигаемся дальше. Ой-ой-ой-ой. Не знаю, он нам. Он, по идее, нас тоже, наверное, да? Тоже, наверное, может. Ну, спалить, короче. Как работник, наверное. Вот у нас, смотрите, как... Так. Так. Бесплатный билет. Так, нахуй, давай. Не заруй. И закрыт что? Поэтому не... Не могу здесь пройти. Так, в паркинг тоже не могу зайти, получается, да? Так. Здесь что у нас? А в центр мы можем пройти? Тоже не можем, что ли? Так, а здесь что за приколюха? Это, не, не то. Так, а что у нас? Ты давай, блядь, бросай нахуй ездить тут. Палит контору, блядь. Своим фонариком я тоже могу посветить, только не фонариком, а чем получше. Хей. Так, ладно, я тебя, в принципе, наверное, нигде больше не смогу, да, просочиться. Он такой, знаете, большой, таки хлюп клубешник. Может, у того этого спросить, не знаю. Тоже ничего нет. Он, наверное, ничего, наверное, не скажет. Скажешь, там что нет? Скажи. А, цук, пидор, тревогу поднял. О, говнюк, блядь. Ой, блядь, сейчас шуметь начнет все, нахуй. Иди в пизду ты, нахуй. Уйди, блядь. Ну, бля, я не знаю. Так, ладно. Значит, он нас спалил, да? Это не есть хорошо. Так, нам какой-то пропуск дали. Что мы с ним можем сделать? Так, здесь мы, по идее, наверное, никуда не сможем зайти. Ладно, ребят, такая... Первая, скажем, пилотная серия получилась. Буду еще узнавать, что-то читать. Ну, по прохождению буду читать комментарии, если вы будете писать. Вот, советовать, так сказать. На этом я, наверное, буду прекращать эту серию. Ну, как прекращать, а завершать. Встретимся в следующей серии. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВК, Инста. Все ссылки будут в описании под видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.